о деятельности специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области. В суде функционирует фронт-офис, оказывающий услуги по предоставлению участникам процесса сведений о движении и ходе рассмотрения дел и материалов, времени проведения судебных заседаний, зоны входящей корреспонденции и самообслуживания. Создан современный и удобный зал ожидания, оборудованный оргтехникой с учетом современных стандартов обслуживания населения. Посетители могут свободно воспользоваться услугами информационной системы «Судебный кабинет», представляющей единое окно доступа к онлайн-сервисам судебного органа. Ювенальный суд представляет собой форму судопроизводства, направленную на защиту прав и интересов детей, отличительными признаками которого являются отход от карательных методов правосудия в отношении несовершеннолетних к применению восстановительного правосудия, где рассмотрение дел, касающихся детей, приобрело воспитательно-профилактический характер. Судом рассматриваются уголовные, гражданские, административные дела. В целях обеспечения доступа к правосудию суд перешел к цифровому формату проведения судебных заседаний. Залы судебных заседаний оснащены системой аудио, видеозаписи судебных процессов. Использование возможностей IT-технологий позволило обеспечить участие сторон в судебных заседаниях дистанционно и с применением мобильной видеоконференц-связи TrueConf. В текущем году судом проведено 335 виртуальных судебных процессов. Осуществление правосудия в отношении несовершеннолетних представляет систему защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, объединяющую вокруг специализированные структуры. Правосудие носит воспитательно-профилактический характер с привлечением представителей органов опеки и попечительства, законных представителей, психологов, педагогов, медиаторов и адвокатов. Уголовное преследование прекращается за примирением сторон и применением воспитательных мер. В рамках реализации примирительных процедур в суде функционирует кабинет медиации. Созданные благоприятные условия способствуют дружеской атмосфере и мирному урегулированию семейного спора, связанного с воспитанием и содержанием детей. В случае проживания одной из сторон в отдаленном районе, процесс примирения проводится в режиме онлайн. Разрешение спора мирным путем способствует восстановлению отношений в семье и повышению правовой культуры граждан. С первого судебного заседания ребенку обеспечивается психологическая защита. Работа психолога с детьми предполагает профессиональное вмешательство, направленное на разрешение или предупреждение психологических проблем у детей. Проводится социально-психологическое исследование индивидуальных особенностей детей, взрослых и взаимоотношений несовершеннолетних с родителями. Общение психолога и ребенка проходит в специально оборудованном помещении в доброжелательной и доверительной обстановке. Особое внимание уделяется проведению правовой пропаганды с населением, взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. На сегодняшний день ювенальный суд Карагандинской области, являясь одним из основных звеньев ювенальной юстиции, способствует более тщательному исследованию материалов дел в отношении несовершеннолетних, обеспечивая ожидаемые подходы при разрешении споров и рассмотрении дел о правонарушениях.